утро, Узбекистан, на Манган. Привет, привет, друзья. Сегодня мы с вами отправляемся на очень интересный базар, который проходит только по субботам. Называется он Яшин базар, зеленый базар. Но сегодня это базар барахолка. Так, это что это мы видим? Здесь тележка поехала. Я чувствую, у нас сегодня будет с вами интересный день. Пойдемте. Ну, друзья, мы с вами проходим зеленый базар. Я думала, там штраф выписывают, а сейчас они просто брошюрки изучают. А дайте тоже посмотрим, что за брошюрки. Давайте мы с вами пойдем на Дихон. Ассаламу алейкум. Знаете, базар вот там. Ага, спасибо, хорошего дня вам. До свидания. А как пройти? Вот он, спасибо. Смотрите, друзья, инжир. Ничего себе. 30 тысяч вот это, да? Килограмм. 3 доллара стоит 1 килограмм. А это большой, да? 15. А почему? Вот есть, это такой. Это дешевле в 2 раза. Я такой большой инжир не видела. А можно по одной штуке попробовать, а я вам заплачу. Я вам покажу. Ну так. Ну я люблю инжир. Очень вкусно. Причем ненавязчиво сладкий он. Не надо бесплатно. Хорошего дня, хорошей торговли. Как будто это мало. Uzum говорит, uzum kiretme yok. Yıkanacağım. Uzum şey işte. Çileği mi? Bu niye? Çileği, her şey çileğinden. Çileği, çileği, çileği. Ana çileği? Ana çilek, no ana izum vinograd nasıl? Vinagre, Да, башу так вот. Как виноград. Ептуровый. Епой, говорит, съешь. Ну не мешай. Ваши ноги. Здравствуйте. Чуть все ее видела, на чем что сидела. Да? Спасибо, спасибо, приятно. Да. Тут вообще рай, смотрите, виноград висит. Тут можно брать. Ужин. 8 тысяч, друзья, килограмм 60 рублей. Уже свой, благородие, раз я же это сделал. Сопули. Салама. Саташ Сурбулсов. Ну, смотрите, базар действительно очень густой, народу много. Как всегда, нам попадаются хорошие люди. Здесь уже продаешь, видите, и джинсы, и одежды, и посуда. Вечеринка. Вы тут заблудились. Сабзи, пио, сентимос. Здесь можно холодное мороженое. Вот и что, мантышница даже в форме под манты? Смотри, чего только нету, да? Чего только не продают. Ассаламу алейкум. На этом базаре, друзья, можно купить все. От воздушных шаров до стиральных машин. Действительно, здесь есть все. А мы идем, идем. Вот там я дым вижу, идем на дым. Приятного аппетита. Здравствуйте. И сырык это хорошо. Не болей. Да, не будешь болеть. Не чихни. И не будут чихать? Все, надышимся и... Ой. Передышали. Ну это компот же, да, если так посудить? Называется просто шарбат. Ну, давайте.
7 рублей. Ну, такой вкусный. С учетом, что я вообще не люблю урюковые компоты. Это компоты сухофруктов я не люблю, но это вкусно. Так, ну вот этот отдел меня вообще не интересует. Худеть я не буду. Какой велосипед, да? Если не видел деньги, давай говори. Я пью. Ну что, еще плов было? Да. Вот же есть плов, смотри, еще уже готовят плов. Икэ? Пытаться ее поймать, икэ чисто была. Икинси. Эбитю. Узахтери. Кузлярик из кук. Смотрите, друзья, снизу огонь, а вот так вот наливается чай. И все выходит наверх. Прекрасно. Вот халатит ми? Ярым сағаттан. А, халатит. Холсын ми? Холсын. Йо, халмасын. Бетсын. Адамлар көп иіп қойсын. Если что, новый есть бұл. Не надо? Смотрите, деньги не хочет брать. Не надо? Ну-ка, пульпа. Нет, нет, спасибо. Деньги возьмите. У нас тут твои гости, деньги не надо. Им Тимур. Тимур. Вот, все. Вот. Мне даже друзья сделали скидку. Спасибо большое. Хотели вообще денег не брать, но это ничего. Куда стол понесли? Стол. Стол поставьте мне. Куда унесли стол? А, это купили стол? Я думала, мне кафе несут. Все, можно садиться. Спасибо. На манганский плов? Гушт борма? А, есть мясо. Знаете, сколько стоит плов? 7 тысяч. Вот такая порция плова. 7 тысяч 50 рублей. Чай? 50 рублей, друзья, порция плова. Сейчас мы пойдем с вами пробовать. Чай, чай, чай. А? Сок чай? Бери сок чай. Не знаю. Смотрите, даже холодный чай готовят. Не используй сок чай. 1000 рублей стоит, не 1000 сум. 7 рублей стоит такой чай и 1000 рублей стоит такой чай. По 7 рублей, в общем, вот столько получаешь чая. Это тебе не Липтон 50 рублей 300 грамм. О, смотри. Смотрите, я вам новые деньги покажу. Это 20 тысяч, это на наши деньги 150 рублей или 2 доллара. А это 2 тысячи, это 15 рублей. А? Какие новенькие. Пулегас купался. Пусть много денег будет. Мунки? У нас будет плов с зеленью. Чой? Красивый кувшин.
шашлык пришел. А куда унес? Шашлык мой, куда унес? Короче, мимо меня тут поменять. Какой нарядный шашлык у меня. Все, друзья, мы с вами накрыли стол на 150 рублей или на 2 доллара. И сейчас мы все это будем пробовать. Казан плова готовится. Новый плов. Янгиос. Да. Вот так выглядит, кстати, наманганский плов, как его готовят. Ладно, мы пойдем с вами кушать, а то я только что за самсой бегала. Сейчас руки помою, приду. За весь стол я заплатила 200 рублей, друзья. Тура гапе. Плов зур. Очень вкусный плов. Плов, друзья, прям очень вкусный. Снизу жирный, сверху рассыпчатый. Очень вкусно. Так, Люля прожаренная хорошо, жирная. Сочная. Тесто тонкое. Вкусно. Но самсу с мясом я уже не могу. Я уже много чего поел. У меня же еще салат есть. Увидимся, пока. А зачем? Этот алмаз, что ли? Бунима? Алмаз? Айран с алмой, с базиликом, да? Что это? Да, гэприн, бля, когда есть. Фен? Да, да, все то, что вам нужно. Истан чугас кита не мадан айрана халан, да? Да, забыл, из чего айран делается, и не говорит. Да, сабы. Коллеги, муздагига. Муздагига. Я думаю, ягодки какие-то продают. Другие ягодки. Отклонение немножко. Ягодки с отклонениями? Нам такие не нужны. А почему? Ну просто поменьше. Такой маленький. Не, с отклонениями не надо. А сюда музыкальный инструмент. Хайрда. Музыкальный инструмент. Халим есть там, может у него есть? Кто? Халим. Халим? Халима надо искать. А вас как зовут? Алишер. Алишер Акарахмат Халим. Ну, Злерга Китам. Пошла искать.
Так, друзья, мы с вами идем искать халима. А, кырмашина обязательно кирек. Уйдет кырмашина. Там орзон. Очень дешевая, надо. 1,5 миллиона, 7 килограмм. 1,5 миллиона? 7 килограмм? Зачем я иду? Мне не нужна стиральная машина. Зачем? Базар, говорит, для этого и нужен. Семь килограмм, 8 килограмм, базар это дешево, да, да не надо, подходи. Кирек, кирек, базар, хара, базар, да? Полтора миллиона, 10 тысяч, ну да, 10 тысяч стиральная машинка. Кичерин, мила, кирек, мяс машинка. Он так искренне расстроился, что мне не нужна машинка. Оле, оле, нардон, дырамар. Иди, ну, а ну, а лампы? Не говорите так, Вася. Рахмат, рахмат. Адам Наргерсин сізді, рахмат. Садыр жыр болсын. Меня керек, викер машина. Зачем тут вулканар смотрите? Я ему показала, что надо смотреть. Он вулканы смотрит. Нич курга беремы? Ол кеші жинлеймі. Ау, янги, янги. Олет яхшы. Янги, янги, яхшы көрініп тұра. Әбіт білмейм. Алейлі, алейлі. 550 мін. Казанский, Казанский. Анна, машинкіні сатыңыз. Продавайте машинку. Алейлі. Бір машина, зор, азар. Бұл яхшы машты. Куда хохлоса курешер? Алиля, кермашина зазор. Друзья, народу все больше и больше на этом базаре. Здесь даже уже ходить сложно. Вот что только нету. Что все есть, все. Что берешь ты? Что это вы делаете? А вы продаете или тоже берете? Откуда да все это берут? Инструмент вот там, дудочки всякие. Узбече гепрсанге. Ну, узбеском говорит, говори. Ну, тига, харагат, барма, дойрала там. Бунимабу, бунуха. Бунуха, ты не могла. Просто ест. Просто подают горох и кушают. Салатом, если хочешь. Бу айран. А здесь уже айран с перец? Да, айран болгар, бля. Смотри, айран с чем только нет, даже с болгарским перцем. Чипкете отзывает, уже там перец. А? Я чипкете не дам айран. Говорит, и чипкет, ладно. И чипкет, я киряк. Нельзя же уходить просто так. И берем. Янги. Бухты, бухты. Болмаса узлема, житты. Я ел, а мы с бичми. Я на хате келес. Айна, не? Ага, потом, говорит, придешь. 5000 порций на хату, 40 рублей, друзья. Айран 1000 рублей, но я побольше заплатил, потому что дальше нет. Ничего страшного. Пробага, халама. Сейчас давайте мы вот так попробуем. А бух хараса тоже на хат? Нет, хараса я ему зашу. Но хат, я вам больше хотела. Вкусно, горох, как горох, вкусно. Так, был меном халак, кирак, моя спута. Рахмат. Айран вообще вкусно.
Янги адам болып киттемен. Я новый человек. Жене привет. Мана. Сирка си уксус ма? Уксус, а? Ой, ты таланган сирке. Узым таланман, узым хламан. Ничего? 15 минут сон. 15 тысяч стоит мумиё. Ладно, давайте купим. Зря не будем ходить. Я всегда пью, кстати, мумиё. Агай рахмат. Хап, салам алейкум. Хам лазын чундырып бердегіз. Эки рахмат, хапчик, экономия была. Хап, 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 салам алейкум. Она дорогая, она 7050 рублей килограмм, друзья, килограмм моркови стоит 50 рублей вот этой. Куличку? Ничку, шарик? Друзья, знаете, сколько стоит шарик? 14 рублей, 2000. А? Кайда 5 миллион бізден боранды. Не опа? Кайда 5 миллион? А, сотка. А, ты где говорит, будешь подороже перепродавать за 5 тысяч? Я. Тяни, тяни, говори. Тяни. Тяни. Тяни, тяни. Хорошо, тяни. Уже кашпе, уже уху. Сам говорит, ду. Сына была. А вот давайте мы девочку видим, ма, гусина. А? Цвет говорит, поменяй. Рахмат. Аксену. Мальчики любят шарик, нет, ма? Бутта. Шарик бутта. Так, ну все, друзья, давайте на этой прекрасной минуте закончим нашу прогулку по базару. Как всегда, был прекрасный базар, хорошие люди, вкуснейшая еда. Друзья мои, до скорых встреч, пока-пока. Иш булмасын сізді. Вот правильное пожелание, чтобы не было работы. Вот утрыга, столько утриля. Только сидите. Саули. Ой, как красиво. Какая картинка яркая. Цветов куча. Сейчас покажу, как я это снимала. Аж в сидушку привила.